Это только осталось. Доброе утро. Это для... Романов Герман поступил ночью. Замечательно, Романов Герман. Замечательно. Так, левостороннее торакальное огнестрельное ранение. Прекрасно. Смещение черепных костей. Целостность мозговых оболочек нарушена. Так, отлично. Так. Травма, несовместимая с жизнью. А? Ага, друг мой, ну-ка скажите А. А. Так, теперь Б. Б. Г. Б. Б. Послушайте, доктор, вы что, издеваетесь? Ну, это же опять приемные напутали. Это же совершенно очевидно, что пациент жив. Скажите, Романов, Вера, у вас голова не болит, понос, головокружение, тошнота, как у вас с этим совсем? М? Доктор, это сумасшедший дом? Да. Здесь все бывает. А вообще-то здесь неврологическое отделение, 3-й ГКБ. Не КГБ, а ГКБ. А это что у него? Что это? А ну снимите, снимите. Бесполезно, мы ночью все бригады пытались. Доктор, а бывает так, что человек сел клубнику и не помнит когда? Ну, это типичный случай. Наверх, вниз. Амнезия, потеря памяти. Да какая потеря? У меня же радикулит. Ничего удивительного, от радикулита до головы всего 1 метр. Что-что? Так, Романова, значит, кофеин с глюкозой B12, она на чему? Димедрол с анагином. А вот Степчику, пожалуйста, уколите ему на ночь аминозин на ночь. Мне миновотин добавлять? Да сколько же я его мог добавлять? Тихо, тихо, так... тихо, тихо. Доктор, мне, может быть, димедрол, а? Ну, всего тихо. Доброго. Все равно дерьмо было с клубникой. До свидания. До свидания. Будь здоров, Ильич. У человека амнезия. А этот ходит, тут вопросы задает. Это кто? Кто-кто? В пальто, какое твое легавое дело? А это я тебе сейчас объясню. Ой. Пошел ты! Все равно ведь по-староанглийски уже не понимаешь. Слава богу, я-то думал, у меня крыша вообще поехала. Галлюцинации какие-то начались. Ведь его ни доктор не видит, ни Эля, ни сосед. Так ведь положено видеть, а не положено не видеть. Откуда он взялся? Да черт его знает. Я когда очухался, он уже здесь был. Ходит, идет на пол, ругается все время. Клубнику сосед сожрал. Скотина, вон опять. Ну и урод. Ну сюда посмотри. И тигер на него посмотри. Этот сейчас начнет пять подозреваемых на опознание. Они первый бок замочат натурально. Все вы менты. Тупоголовые. Ах ты тварь. Да. Так, ладно. Ты ведь побезденствуй, а я пошел. Мне некогда. Ты что, опупел? Все, я не упрашивай, мне некогда. Я пошел, я сказал мне некогда. Спартак чемпион!
О. А где каша, а? Да их окно открылось, сквозняки кругом. Александр Ильич, он где? Где-где? Скончался он. Уезди утром. Кун после устных ракурс. Привет, пушистик. Я к тебе по делу. Я сейчас уйду, сейчас я пойду.